Артём хочет попробовать рыбкин корм. А что это такое? Это корм рыбки. Так это таблетка. Ну вот такая таблетка. Понюхай. Фу. Ну как? Как опарыши, мотыль и казинаки. Я не пробовал. Я не пробовал. Я что? На. Не буду я такое есть. Так нечестно. На. Все по-честному. На. Что, уже 10 часов? Да. Ешь давай, так нечестно. Нифига себе, дай мне нормальной еды. А потом дам нормальной еды. Не буду я есть, а я ел. Ну давай еще съешь. Покажи мне на языке, я не верю. Ел. Такая гадость. Вы пробовали рыбий корм? Там, кстати, у меня много разных. Где? Покажи. Вот она сверху. Давай, жуй. Да не хочу я, не заставляй меня. Фу. Кушай, теперь от меня воняет. Ну, как ты меня будешь целовать? Фу, я не буду. Ешь. Нет. Я нормальный. А я? Нет, походу. Ты? Не ешь давай. Космонавт. Давай другой попробуем. У меня разных много кормов. Ну давай. Ну. Смотри. Что? Ты кусал один раз? Да. Оно круглое? Да. Видишь, с двух сторон да. Откусано. Так что? Ты тоже кусал. Открой, пожалуйста. Фу, какая гадость во рту, вы себе не представляете. Давай я тебе в рот насыплю сразу. Фу, нет. Чего? Мне, пожалуйста, одну крупинку достань. Наслюнявил палец, теперь мне облизывать. Конечно. Да, я возьму. И под язык. Ой, какие-то крупные крупинки. Наслюнял палец, сунь и под язык. Это, короче, вот, так, вот эти вот палочки, знаете? Палочки? И шо? А, так это мотыль засохший. Фу, что, честно? Да. Да нет. Да нет, да. Это сухой корм. Ну, сухой засохший мотыль, что тут такого? Я такое не ем. А ты знаешь, что такое мотыль? Червячки. Ну, а ты знаешь, откуда эти червячки берутся? О, Господи, это чьи-то личинки? Нет. Каких-то мух? Нет. А чьих? Ты что, не знаешь, откуда червячки эти берутся? Червячки красные, не знаю. Комары. Это паразиты рыб. Да нет. Да. Нет. Да. Нет. Комары, это комары. Мотыли, это комары, личинки комаров. Кто тебе такое сказал? Я знаю. Давай откуда? Прогуглим. Откуда ты знаешь? Я не знаю, откуда я знаю, но я знаю. Мотыль, это личинки комаров. Это черви, которые живут в рыбах. Нет. Тогда не, смотри, я знаю, кто тебя развести. Ну ладно, съела комара. Ну давай, съешь ты. Не хочу. Слабак. Покажи на языке. Давай, жуй. Я ел котячий корм, это хуже всего. Котячий, фу, да, такая гадость. Ты что там вообще? Да ты опарыша даже съел, я помню. А, не опарыша, червяка дождевого. Да. Он дождевого червяка съел, так положил на ладошку, так и съел наспор. Да? Прикиньте. Фу. А в Таиланде, что мы ели? Кстати, кто не видел видео с Таиланда, там в плейлисте посмотрите, что мы ели. Это все детский лепет. На канале Ва Виктория. Что на Ва Виктория? Там на твоем мы не ели. А, на твоем, на Артем Вет. Вот. Короче, вот такое получилось спонтанное видео. Решили мы попробовать корм для рыбок. Он очень невкусный, и у меня сейчас такая какашка во рту, у Артема тоже. Дай тебе поцелуй. Я хочу есть. Все, мы пошли есть. Всем пока. Улыбнись.
Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jazz Life Pets и нажми на колокольчик.